сказала, будущее нашей планеты находится в руках подрастающего поколения. Воспитываются, конечно, такие ребята в первую очередь в школах и в вузах. Так вот, как же живут сегодняшние студенты? Вот интересно, как же живут сегодняшние студенты. Если честно, я часто вспоминаю себя в эти годы, да, и даже вот думаю, сколько нового, да, вот сейчас интернет и информационные просторы предоставляют, да, для изучения, для того, чтобы узнать что-то абсолютно необычное и невероятное. Ну, я жизнь думаю... их, безусловно, с появлением технологий стало, с одной стороны, легче, но, тем не менее, никто их не избавлял от повседневных проблем. Я предлагаю разобраться более подробно в этом вопросе через сюжет Ольги Литвиненко. Бессонные ночи, сессии и сотни прочитанных книг – это далеко не все прелести студенческой жизни, потому что такая пора открывает много новых возможностей, где себя можно попробовать в чем-то новом. Наверное, многим в детстве говорили, что если будешь плохо учиться, то ничего в жизни не добьешься. Но чтобы получить заветный диплом, нужно потратить много сил и времени. При этом студенты работают, активно занимаются в спортивных секциях и даже находят время на хобби. Как все это у них получается? Лариса – студентка первого курса. Заехала в общежитие неделю назад. Пока только привыкает жить самостоятельно и уже сталкивается с некоторыми трудностями. Нужно обустроиться как по учебе, разобраться там со всеми проблемами в институте, а потом уже, ну, может, через полгода уже думать о том, как можно подрабатывать, еще что-то, какие-то кружки. После адаптации студенты ищут, чем бы занять себя. Определяются с хобби. Например, в университете есть вокальный кружок, куда охотно примут начинающего певца и музыканта. Ходят в горы, проводят раскопки, что особенно популярно у учащихся географического и исторического факультативов. У нас есть на географическом факультете молодежный клуб Русского географического общества. Я хочу туда записаться и участвовать в нем. Можно еще записаться в спортивные секции. Они помогают поддерживать хорошую физическую форму. В особом почете у студентов восточное единоборство, черлидинг, армрестлинг и не только. Игровые секции, такие как волейбол, футбол, баскетбол, силовые виды, как пауэрлифтинг, например, настольный теннис, бадминтон. Ну, ассортимент приличный, было бы желание, как говорится. Но спорт – это еще не все. В вузе занимаются благотворительной деятельностью. Студенты своими руками создают поделки, вяжут вещи, покупают канцелярские принадлежности, которые потом отвозят в детские дома. Активно принимаем участие в волонтерской деятельности, организовываем поездки в детские дома, где студенты могут показать сценки деткам, подарить им подарки, радость. Но пока одни тренируются, поют и помогают детям, другие зарабатывают деньги. Андрей Жирук, студент третьего курса, учится во вторую смену. Стипендию не получает, а брать деньги у родителей не любит. Даже на выходные к семье ездит редко, предпочитает в эти дни ударно поработать. Да вообще, все что угодно, все что предлагают. Можно шарики пойти продавать на какие-то праздники еще, ну куча мест. Минимальная стипендия 2000 рублей. Но если преуспеть в научно-исследовательской, общественной деятельности, участвовать в творческих, спортивных мероприятиях, тогда ежемесячный бонус может вырасти до 30 тысяч. Правда, для этого нужно не забывать относить в правком все дипломы, грамоты и ксерокопии зачетки. Ольга Литвиненко, Игорь Сюткин. Утро нового дня.